Безопасность прежде всего. На Самарском стройфарфоре прошло выездное заседание Общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Были подведены итоги работы министерства, а отдельными темами для обсуждения стали мероприятия по улучшению условий охраны труда и вопросы привлечения иностранных специалистов из ближнего зарубежья. Здесь на производстве представители Минтруда и Общественного совета при министерстве знакомятся с опытом завода. Общественный совет, как известно, является органом общественного контроля и есть соответствующая законодательная база в государстве. Вот. И среди задач, которые стоят перед общественным контролем, естественно, стоит контроль за качеством управления отрасли, ну в данном случае качеством управления труда. Тема охраны труда для Самарского стройфарфора – одна из самых важных, так как на предприятии трудится более 2000 человек. В своей безопасности на рабочем месте сотрудники уверены. Обязательно выдается спецодежда. У нас на производстве предусмотрено, значит, через каждые 2 часа перерывы, где люди, которые работают в горячих цехах, могут посетить специальные комнаты, где соблюдается температурный режим. На Самарском стройфарфоре есть собственный медпункт, где любой сотрудник проходит обязательный профосмотр, а врачи оценивают состояние здоровья и дают рекомендации по профилактике. Отдельной темой для обсуждения стал вопрос привлечения иностранных специалистов из ближнего зарубежья. Сейчас многие работодатели от их услуг отказываются, и, по мнению экспертов, напрасно. Главное, чтобы все было по закону. Самарский стройфарфор – один из лидеров в области по привлечению иностранных рабочих. Все оформлены согласно Трудовому кодексу и имеют необходимые документы. Опыт предприятия отметили как положительный пример. В Самарской области, наверное, были первыми, кто пригласил сюда иностранцев. И сейчас у нас работает более 160 человек. Работают они все по патентам. И более 160 человек, свыше у нас около 200-х, это те, кто уже получил либо РВП, либо вид на жительство, либо уже гражданство. Самарский стройфарфор – крупнейший производитель керамического гранита и санитарно-строительных изделий в регионе. Главный принцип работы – неукоснительное выполнение обязательств прежде всего перед своим коллективом. Самарский стройфарфор – это то предприятие, которое достаточно долго взаимодействует с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и в рамках реализации госпрограмм по занятости и по миграционной политике. Это одно из крупных предприятий, которые привлекают иностранных граждан. То есть у нас к этому предприятию вот по данному направлению никаких претензий нет. Взаимодействие всех экспертов Общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, подкрепленное практическим опытом крупнейшего предприятия Самары, даст положительный результат всего направления в целом. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.